После двухлетней паузы состоится Кубок Магаданской городской думы по лыжным гонкам. Перерыв был связан с ограничительными мерами из-за коронавируса. Теперь же состязания вновь проведут. В соревновании примут участие ученики 12 школ города. Проводится соревнование в формате эстафеты. Команда формируется одна от каждой школы по одному ученику 1, 2, 3, 4 класс. Дистанция соответствует возрасту и направлена именно на популяризацию этого вида спорта, на выработку командного духа. И надо отметить, что первые участники, которые в том числе принимали участие в первых наших соревнованиях, в настоящее время, в этом году, выполнили разряд кандидат мастера спорта, 2 человека. То есть это говорит о том, что и маленькая доля нашего участия в том, что, надеюсь, она есть. Пройдет состязание 8 апреля на территории спортивного комплекса «Снежный». Городская дума просит школы уже сейчас начать формировать команды.